Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте все похлопаем. Мы очень волнуемся. Дамы и господа, мы рады вас здесь сегодня всех видеть. Это фильм «Спираль». Спасибо, что пришли. Спасибо, что нашли время. Нам очень приятно, мы очень сильно волнуемся. И непосредственно сейчас я бы хотела назвать всех, кто участвовал в фильме «Спираль». Ребят, мне бы очень хотелось, чтобы вы вставали со своего места ручкой, потому что мы хотим вас всех сегодня видеть. Значит так, автор сценария Константин Глушков, композитор Александр Крюк, оператор-постановщик Игорь Бондаренко и Вячеслав Ясневский, режиссер монтажа, продюсер постпродакшн Алексей Гришин. Леша, ты где? Привет. Звукорежиссер Андрей Худяков. Андрюш, привет. Саунд-дизайн Александр Копейкин. Художник-постановщик Игорь Трышков. Художник по костюму Наталья Попкова. Художник по гриму Алексей Шевченко. Художник по гриму. Это уже было, простите. Давайте еще раз похлопаем, на всякий случай. Он классный, кстати, гример. Реквизит Виктория Темникова. Постановка трюков Андрей Бобров. Пиротехник Вячеслав Гусаров. Я передаю слово очаровательной Юле. Я хочу вам представить замдиректора фильма Дмитрия Кувалаки. Димочка, ты где? Директора фильма Галина Лазарева. Продюсеры Алексей Гришин, Рената Петровский, Армен Адилханян и Елена Ковалева. И сейчас я бы хотела пригласить на эту сцену очаровательного режиссера-постановщика, талантливого нашего фильма. Встречайте, Андрей Волгин! Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Такой огромный зал. Всегда хотелось оказаться на этой части и посмотреть в эту сторону, а не на сторону экрана. Но мечты сбываются. Спасибо всем. Спасибо, что пришли. Спасибо всей съемочной группе. Вы молодцы. Кино — это большой труд. И я надеюсь, что, посмотрев его, зрители оценят наши старания. И мы соберем очень много денег и порадуем продюсеров. Вот. Я хотел бы поблагодарить компанию «Даго». Хотел бы сказать спасибо компании «Синелап». Без их помощи было бы тяжело справиться с этим прекрасным полотном. Хотел бы сказать спасибо компании «Кинография» за то, что они принимают участие в нашей росписи, нашей картины. Также отдельно хочется поблагодарить «Каро» за представление этого прекрасного зала, за поддержку, за помощь, за то, что такой был приятный и радушный прием. Отдельная благодарность компании Movie Mover. Отдельно также благодарим Кадр Медиа и компанию Нов Продакшн. Спасибо вам, ребята. Без вашей помощи ни один российский фильм не выходит на экраны. Спасибо. Я хочу пригласить на эту сцену актеров фильма «Спираль». Я называю исполнителей основных ролей. Но также хочется сказать спасибо всему актерскому составу. Спасибо вам, ребята. На актерах держится кино. Актеры – самое важное в фильме. Большое вам спасибо. Вениамин Смехов. Александр Яцко. Константин Глушков. Владимир Стержаков. Один Байрон, Рената Петровски, Юлия Шарина, Клариса Барская. А сегодня, к сожалению, нет Никиты Высоцкого и нету у нас Марины Куделинской. Но давайте тоже похлопаем. Они сыграли важную роль в этом фильме. Итак, исполнители главных ролей фильма «Спираль» Анатолий Руденко и Константин Крюков. Mm-hmm.
Всем добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Я вижу кучу друзей, знакомых, хороших людей, людей, с которыми я работал. Спасибо, что вы сегодня здесь. Вот, будете смотреть часть нашей жизни. Сложную часть, интересную часть. Ну, не судите строго. Мне кажется, получилось интересно. Это первое. Второе, что я хочу сказать для всех присутствующих. У нашего фильма есть символ. Вот я его сегодня прихватил с собой. Это такая серебряная спираль. Сделанная, конечно, мною, моим ювелирным домом. И для всей прекрасной половины человечества, которая сидит в этом зале, и вообще для всех женщин, на протяжении всего проката этого фильма мы будем разыгрывать такие же маленькие спирали, которые вы можете получить, купив билет в кинотеатре на этот фильм. С наступающим 8 марта! Спасибо вам, что вы пришли. Давайте смотреть кино. Низкий от меня вам поклон. Спасибо! Хочу пожелать вам приятного просмотра. И всегда мечтала это сделать. Мам, вам привет! Спасибо! Давайте смотреть кино.